Ну что, я думаю, что можно по игре сказать. Два тайма достаточно разных. В принципе, первый тайм такой достаточно неплохой. Ребята старались, неплохо перестраивались, двигались. Где-то таких пару неплохих подходов имели, но не забили. Но наш не дали ничего создать у наших ворот. Поэтому, в принципе, так достаточно положительно мы оценим. Второй тайм. Вышли совсем молодые ребята, в концовке было тяжело, был момент голевой у них, у Руха, да, поэтому вратарь выручил. Ну а так в целом, еще говорю, ребята молодые, все старались, пока все двигаются, кроме вратаря нового Валенчиса, который заболел, блин. То есть все остальные, в принципе, в строю и работают, все работают хорошо, атмосфера хорошая, поэтому, ну, в принципе, еще раз говорю, будем двигаться вперед и пока... Есть удовлетворение пока первых трех дней. Все, спасибо.